Раньше я прыгал вот так, маленечко, теперь хоть стал побольше прыгать. Так, я могу запрыгнуть? Ну-ка, ну-ка, булочками. Не, я смог запрыгнуть уже на второй уровень. Вай-вай-вай, нифига их там сколько куча, там кто-то наверху-то прыгает, а? Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox Ultra Jump Simulator. Короче, я так понял, здесь нужно бегать, прыгать и качаться. Так, монетки, это хорошо, это все возьмем. Есть, короче, у нас такие какие-то, не знаю, воздушные шары или какие-то шарики. Их нужно лопать. Чем больше мы их лопаем и чем больше мы прыгаем, у нас растет Jump Power, это то есть сила прыжка. То есть раньше я прыгал вот так, маленечко, теперь хоть стал побольше прыгать. И Moving Speed у нас качается, то есть это скорость передвижения, как мы бегаем. Я так понял, чем больше мы будем прыгать и хлопать, тем сможем запрыгнуть вот на эти, дальше, какие-то платформы. И там будет все еще, наверное, веселее, да? Так, хочу вот этот зеленый схавать. Так, у меня уже Power Jump 74. Ясно, как на батуте начинаю прыгать. Прикольно, так, тихо, его еще лопнем. Вау, там их много. Да там что-то все распрыгались уже, что ли. А, еще у нас уровень копится. Один уровень, и типа до следующего второй, это вот прогресс идет. Я накопил практически половину. Даже больше чуть-чуть половины. Это мы схаваем. Так, я хочу нафармить до такой степени, чтобы можно было запрыгнуть на второй этаж. Хочу там попрыгать. Так, монетку берем. Да монетку уже говорю, берем. А тут куда все делось? Так. А причем Jump Power растет просто от того, что мы прыгаем. Смотрите, мы встали. Хоп, и он тоже встал. Moving Speed 22 у меня максимум. Ну, бегаю как бы так себе. Я бы не сказал, что быстро. Так, а он качается? Нет, если мы бегаем? Нет. А если прыгаем? Во, а если когда мы начинаем прыгать? Короче, у нас все качается после того, как мы начинаем прыгать. Когда мы прыгаем и лопаем шары, хотя, да не знаю, может быть даже не за шаров. Смотрите, мы просто прыгаем, и у нас все это качается. Да? Да, moving speed растет, и самое главное, jump power у нас растет. Интересно, если его накачать до 1000, мы что, можем до потолка, что ли, запрыгнуть? Вау, сколько там еще наверху этих шаров. Обалдешки. Так, я хочу самое главное теперь еще набрать второй уровень. Посмотреть, что из этого изменится. Так. А смотрите, у нас еще есть инвентарь. Ой, мамочки, а что в инвентаре? А пустышка. Ничего нету. Так, это что у нас? Монетки можно купить? Так, понятно, это за монетки. Так, сделать ребят. Но мы сейчас, конечно, не будем делать. Я здесь вообще нубас. И это, скорее всего, все за робаксы, да? Да, все правильно. Это все за робаксы. Так. Ну вот, у меня jump speed, вау, уже 90, я сейчас почти до сотни доберу, наверное. И мы попытаемся запрыгнуть на второй этаж. Так, 92 уже, парочку их еще полопать. Может монетку собрать? Ну-ка, иди сюда, моя хорошая. Где она? Опа-на, оп. Все, взяли. И жмякнулась у нас. Так, а speed уже, между прочим, 26. Ну-ка, видно, что быстрее стал бегать. Во, смотрите, булками начал шевелить. Давай. Кстати, скин такой прикольный, какой-то как этот. Сарумян. Саурон какой-то из Властелина колец. Какой-то злобный рыцарь. Вау, мамочки, страшно. Так, я могу запрыгнуть? Ну-ка, булочками. Не, я смог запрыгнуть уже на второй уровень. Это прикольно. Так, побежали куда-нибудь. Так, мячик, лопайся. Так. И мы накопили уже второй уровень, да? Так, а на третий мы сможем запрыгнуть, а? Мне очень интересно. Так, лоп. Лоп. Еее! У нас... Все, мы подняли второй уровень, да, получается? И автосейв. Прикольно. Так, могу запрыгнуть туда? Маленечко не хватает. Булки-то, наверное, растил. Так, ладно, полопаем тогда вот эти штуки. Бенчик. А, вот у меня ультра-джамп появился какой-то, да? Да. Уже. Point. Короче, ультра-джамп point. Ладно, прикольно. О, move speed уже 27. Ну-ка, булки. О, так у нас и скин поменялся. Смотрите, мы стали каким-то рыцарем, я не знаю. Да, крылатым. Крылатый рыцарь. И прыгать уже стал гораздо выше он. Вау. Но мне все равно не хватает силенок, чтобы допрыгнуть. Ну-ка, сколько? По поясок уже. Ну-ка, почти. Мы допрыгнули на третий уровень уже. Обалдешки. Так, а здесь интересно больше нет дается. Чем больше мы прыгаем, тем, наверное, у нас... не знаю. Быстрее должно копиться этот moving speed. Мы уже... Это, по-моему, у нас высота максимальная. То есть мы максимально на 114 уже прыгаем. Так, тихо, аккуратно. А, ну да, она, в принципе, вот совпадает с Jump Power. Ну, вау, туда теперь вообще высоко-то далеко. Нифига себе, там кто-то по крыгунчик скачет.
Попрыгун, а? Где он улетел-то, попрыгун этот? Так, ладно, давайте полопаем шары. Бенчик, монетка, монетка. Так, 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 быстренько взять ее. И можно вот этот вот шарик лопнуть. Так, зеленый раз. Зеленый два. Так, готово. И красный. Красный тут фиолетовый какой-то надо тоже схавать. Бенчик. И бенчик. Ладно. Так, ну чё, мы на третьем уровне. Я хочу попробовать постараться запрыгнуть на четвертый. Давайте тогда маленечко пофармим. Вау, 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 друзья, и я напрыгал уже на 174. На 174 мощность прыжка моя уже увеличилась. И мне дали следующий скин. Я теперь какой-то клевый рыцарь. Летающий рыцарь с яркающих светлых золотых доспехов. Да, круто. Так, теперь самое главное, давайте глянем, смогу ли я запрыгнуть на эту красную платформу. Мне кажется, нет, пока я еще не смогу. Так, попец, попец, так. Булки втянули. Оп, о, не, ништяк. Я запрыгнул. Круто, 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 круто. Это было офигенски. Так, ну чё, теперь дальше куда? Теперь нам нужно фармиться, наверное, чтобы вот на эту платформу, да, запрыгнуть. Сколько их там всего, а? Давайте глянем. Вай. Нифига их там сколько куча. Там кто-то наверху-то прыгает, а? Вау, ничего себе какой-то попрыгунчик. Вот этот попрыгун. Смотрите, как он. Шустряк, а? Шустряк. Ладно, я хочу внизу, вниз еще прыгнуть, тут попрыгать маленечко. Так, а между прочим, да, я заметил, чем мы ниже, получается, тем ниже, меньше нам дается за каждый прыжок вот этой скорости нашей. Ну, не скорости, точнее, а мощности. Мощности прыжка. Вот смотрите, здесь мы прыгаем, нам дается примерно где-то по половинке. А если мы теперь запрыгнем наверх. Так, еще выше. Опа, натики. Теперь на красную. Вот, и теперь здесь попрыгаем. А нет, примерно так же, наверное, да? Мне кажется, не влияет. Чем мы выше, тем, мне кажется, сильно особо не влияет, как растет наша, ну как, не знаю, мощность прыжка, высота прыжка, насколько увеличивается. Режим, короче, такой простенький, но забавный довольно-таки. Интересно, как бы добраться до туда наверх. Сколько нужно пропрыгать? Нужно, наверное, в кузнечика превратиться, либо в короля. О, либо в кенгуру. Это, капанды-то особо не умеют-то прыгать, если честно. Они только в Tower Battles умеют играть. Поэтому я чувствую, мне здесь придется очень долго качаться, чтобы туда запрыгнуть. Ладно, друзья, вот такой прикольный режим. Спасибо, что смотрели. И увидимся на просторах Роблокса. Всем пока-пока!